Напомним, в преддверии Международного женского дня губернатор Брянской области Александр Богомаз первыми поздравил матерей и вдов погибших защитников Отечества. Своей жизнью мы все обязаны маме. Я тоже сын. И свою маму я любил и люблю и сейчас больше всех на свете. Ее сейчас нет со мной. Я себе представить не могу ситуацию, если бы я раньше не нашел возможности поздравить ее в этот замечательный весенний праздник. Я всегда это делал и передал эту беззаветную любовь к матери своим сыновьям, а они, надеюсь, передадут ее своим детям. И вот сегодня стало известно, губернатор принял решение хотя бы как-то помочь этим людям, окружить их сыновней заботой, подставить крепкое плечо. На оперативном совещании у губернатора с его заместителями обсуждался вопрос об оказании социальной помощи этой категории. Теперь размер региональной выплаты семьям погибших составит 18 тысяч рублей. По мнению губернатора, это то немногое, что можно сделать для семей, чьи дети и мужья отдали жизнь, чтобы защитить родину. Игорь Умаров, Владимир Сидоров, события Брянск.